Who's the bad man? Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Android Software. Сегодня хочу поговорить о такой программе, как Ding-Dong Root. Собственно, данная программка предназначена у нас для получения root path в один клик. Вот у данной программы имеется вот такой вот ярлычок, вот так она выглядит. Собственно, давайте запустим данную программу и попробуем с помощью нее получить root права. Запускаем. Так, вот у нас идет отказ об ответственности, тут все описано, почитайте, но что нужно, все. Ну, жмем по-быстрому принять. Вот, такое здесь менюшка у нас, видите, здесь половина на русском языке, половина на китайском. Пока у данной программы еще, то есть, перевод не полностью русский, то есть частичный. Ну, собственно, ничего такого страшного. Нам самое главное вот это вот окошечко, то есть получить root права. Сейчас нажмем и попробуем получить root. Жмем. Вот у нас идет сканирование. Запуск методов root. Вот уже даже здесь написано root успешно получен. Вот здесь вот видите. Все-таки давайте подождем. Мне кажется, может здесь что-то должно отобразиться, какая-нибудь галочка. Так. Идет у нас, ищет. Вот все установилось. Видите, Ding-Dong Root. Давайте предоставим. Вот тут уже, вы видите, поздравляем. Вы получили root. Рекомендуем установить. Ну, какое-то китайское. Тут еще что-то нам предлагают установить. Давайте не будем устанавливать. Нам это не нужно. Видите, все здесь написано. Root получен. Мой телефончик Т200. Все, окей, все нормально, все работает. Собственно, если потянем сюда, здесь какие-то у нас приложения, наверное, предлагают установить на китайском языке. Нам они не нужны. Также тут настроечки присутствуют на китайском. Но здесь советую вам не заморачиваться. На китайском языке, думаю, никому такие приложения не нужны. Вы можете найти все аналоги на русском. Можете посмотреть на моем канале. Там различных программ очень много для управления root правами, для автозагрузки, удаления системных приложений, все можете найти. Ну что тут у нас есть? Давайте посмотрим по вкладочках дополнительно. То есть опять попадаем вот сюда во всякие настройки управления системой. Ну то есть то же самое можно здесь. Можно просто свайпом вот так перетягивать или вот здесь вот выбирать вот тапом вот так вот. Ну, самое главное, что данная программа со своими, то есть непосредственными функции справилась, то есть получила, то есть root у нас был получен с помощью нее. Вот такая вот программка сегодня была на обзоре. Всем спасибо за то, что посмотрели данное видео. Если вам помог данный способ, ставим лайки. Если же нет, ищите другие методы получения root прав, они у меня на канале также присутствуют, можете найти, посмотреть и попытаться с помощью других программ получить root права. Ну все, ребят, всем до новых встреч. Не забываем, конечно же, подписываться на мой канал. Если вам помогла данная программа, ставьте лайки. И всем до новых встреч.